8 сильнейших клубов России разыгрывают медали в мужской и женской премьер-лигах. В течение 5 дней любители спорта могут увидеть игру ведущих теннисистов мира. В Сочи приехали 16 сильнейших клубов России. Причем среди этих клубов есть и сильнейшие клубы Европы. У нас среди мужчин играют команды УГМК из Верхней Пышмы, которые очень высоко котируются в Европе. И неоднократный чемпион европейских кубков «Факел Газпрома» из Оренбурга. Цвета «Факела Газпрома» защищают многократный чемпион Европы, лидер сборной Германии Дмитрий Овчаров и легенда европейского настольного тенниса 40-летний белорус Владимир Самсонов, который более 20 лет является топ-спортсменом мирового уровня. В рядах команды из Верхней Пышмы шестая ракетка мира японец Юн Мидзутани и лидер сборной России Александр Шибаев. Он в августе будет представлять Россию на Олимпиаде в Рио. Сильную конкуренцию клубам с именитыми легионерами окажет и команда из подмосковного Видного «Спарта НК», за которую играют опытные российские теннисисты Алексей Левенцов, Василий Лакеев и Вячеслав Буров. Они настроены завоевать в Сочи медали не ниже бронзы. В женской премьер-лиге принимает участие лидер регулярного чемпионата «Родина» ФНТ АО из Архангельска. Всего в чемпионате заявлено 250 спортсменов. Вход для зрителей в комплексе единоборств «Юг Спорт», где проходит турнир, свободный.